Жень, поздравляем вас с победой. Насколько тяжелым получился матч? И вообще интересно, что думает человек, когда 1-6 проигрывает и уходит в подтрибунное помещение? Да, начало матча было очень сложно. Как бы чисто физически, и она ничего попадала. Потом я просто ушла, расслабилась. И первый матч у меня тоже, первый сет не складывался, но я вышла также, ушла в туалет, и потом пришла и выиграла, и решила повторить так же, стала больше играть сама, активней, не ждать ее там ошибок, и получилось. Следующая соперница Мэдисон Кис, игрок топ-уровня, что думаете о ней? Я никогда с ней не играла, я знаю, что она очень хороший игрок, мы посмотрим, главное играть свою игру, не давать ей атаковать. Жень, сейчас такой термин популярен – теннисные мамы. И такой бум настоящий произошел. Но вот вашей дочери, она уже довольно взрослая, ей 6 лет, если не ошибаюсь. Вы возите ее с собой? Как вообще она воспринимает то, что мама до сих пор играет в теннис? Ей 5,5, у нее в ноябре ей будет 6. Ей нравится. Хорошая жизнь. В сад не надо ходить. Она здесь с нами, в детской комнате. Там у нее много друзей. Как бы ей нравится. Спасибо и желаем успехов.